Но почему, когда я бегу из психушки к одному бывшему любовнику, я встречаю другого бывшего любовника, из-за которого меня в эту психушку и упекли? Нам с тобой просто поперло. Welcome to Istanbul. Я только на 3 дня улечу, а к свадьбе я вернусь. Стамбул, столица Турции. Анкара, столица Турции. Сколько лет, сколько лет. Андрюха, чувачок, здорово. Я вижу, у вас мальчишник намечается. Выиграем конкурс двойников, получим бабосики и лети к себе на свадьбу. Какая же она все-таки красавица. Дочь крупного турецкого мафиози Башкурт-Баши. Я не маленькая, я свободу хочу. Мальчишник будет на славу. А почему это вы все время молчали? Да Андрея украли, или Веню. А у Вени сейчас свадьба, а Веня может знать, где Андрей. А Андрей... Потому и молчали. Позор на весь наш род. Жених сбежал со свадьбы. Невеста тоже. Тот, кто найдет украденную невесту, по древнему обычаю, обязан жениться на ней, а похитителей убить. Тормози! Девушка выходит. У вас мальчишник, а у меня девичник. Победительница получит 30 000 долларов. Я хочу помочь девушке. А я хочу догнать Андрея. А я хочу в туалет. Шайзе. Ну, не так, чтоб шайзе, но сильно хочу. А? Улыбочка? Ой, отвал башки.